по просьбе комментатора я поиграю в Muscle Legends. Оказывается, то, что я здесь уже развит, вот, немножко. Вот, смотрите, кому нужны кодики, вот они все кодики, чтобы вы не искали. Я ввел, короче, код на 10к гемов и на 5000 гемов. Кстати, ребята, вы мне столько подписчиков наделали, вот просто. Спасибо вот вам огромное, реально. Я вернусь к Ютубу обязательно, я буду снимать, вот. Ну, мы сейчас начнем качаться, давайте. Так, стой, подождите. Тут есть у нас эти... 10к сила. Смотрите, тут есть петы. Где петы? А, вот, домашние животные. Так. Это торговля. Ладно, давайте будем качаться. Вот. Извините, если вы слышите то, что... Вот такие вот звуки, если вы их слышите. Вот, это у меня просто клава механическая, вот. О, нифига у меня скорость. Есть инвентарь. Просто, наверное, петы именно в инвентаре. Магазин, вот. Магазин, а, вот домашние животные. А, их из кейсов надо выбивать 100%. Синий кристалл. Да, вот они кейсы. Так, давайте я сейчас автокликер включу по-бырому. Вот, ребята, я включил автокликер. Автокликер специально, если вы слышите мышку, вот, чтобы вы ее не слышали. Ой, я уже гигантский, смотрите, у меня 5к. Давайте-ка кейсы откроем сейчас. Вот тут я вижу какой-то кейс прикольный за 1к. Что там может выпасть? Ага, темный вампий. Нифига. Так, ладно, не будем пока что. Так, давайте не будем торговаться. О, приз, кстати. 1000 гемов. Круто. Крошечный остров. Вот, ребята, у нас уже 5к силы. А, менее... А, тут менее надо. Значит, тут есть и другие острова. Давайте поищем. Сейчас. Где здесь еще острова? Острова есть. Это за 5 ребертов. За... Где там, за сколько? О, погнали на турники. Думаю, там будет нормально. Ну, я думаю, нам стоит попробовать подраться. Так, давайте. Пока что подкачаем пресс. У меня есть голубой кролик. Жалко, что голубой. Не смейтесь только. О, все. Так, настепнуло. Давайте. Так, где наш противник? О, вон. Я думаю, мы его разнесем, да? Ну да, это какой-то слабенький. На-на-на, все, убили. Еее, ребята, первое место, вообще кайф. 1к драгоценных. Не, нормально. Так. Качаемся. Так. Ой, кто это? Так, давайте сейчас докачаюсь до, наверное, 5.20. Вот, чтобы времени тратить. Вот, ребята, смотрите, у меня прям аура появилась. Так, ладно. Сейчас посмотрим. О, 2.5к сила. Погнали туда качаться. О, сейчас камушки будем кидать. Легенда бич. Так. Король мышц. Нет, только король может мышц может тренироваться здесь. На боксерском ринге. Нет, давайте еще подкачаемся. Все, давайте будем кидать камушек. 16 сила. Давайте возьмем камушек потяжелее. Такой, например. Если они там... А, закрыт. 7.5к, да, блин. Ладно. Сейчас накидаем себе силы. Давайте 4 долговечности. 26. Максим, король мышц? А, ну да, король мышц Максим.
прикольно сделали, то, что там может только король мышц тренироваться. У нас еще с вами есть 5 минут, потому что у меня не платная версия Bandicam. Вау. О, золотой сундучок. Погнали-ка заберем. Я думаю, стоит нам спидуху прокачать. Вот а мы вообще спидуху не качаем, что-то. Кто такой? Не бей меня. Нет, не бей. О, все. Так. Я подумал, он меня сейчас убьет. Так, давайте на беговой дорожке. Сейчас чекну, сколько у нас там. Ты что меня скидываешь? Ну, дорожка. А, здесь 1К. Охо-хо-хо. Так, сейчас я добегу до тех дорожек. Вот. А, ну, в принципе, тут недалеко. Ну, все равно сейчас. Все, ребята, так. Сейчас я... Вот так вот надо как-нибудь сюда пристроиться. Господи, почему? Ладно, давайте сюда. Я могу бежать. Господи, сейчас. Так. Вот так надо. Во-во-во, ща. Да. У меня уже и так ловкость 700, блин. Вот. Давайте сейчас докачаюсь до 800 и подключусь снова. Все, ребята, 800 у меня ловкости теперь. Ну или что это? Теперь я сейчас телепортируюсь к какому-нибудь кейсику, и мы пооткрываем кейсов. Посмотрим, что нам выпадет. Ну, ребята, я больше ничего не нашел, кроме вот этого. Поэтому открываем. Вау. Красная аура. Базовый. Так, давайте еще откроем. У нас много гемов. Оранжевый ежик. И давайте еще один раз откроем. Продвинутый? Нифига, смотрите, темный вампи. 10%. А как их надеть? Домашний... А, вот. Оборудовать плюс 1 сил. Плюс 2 долговечность. А, тут надо плюс 4 ловкость. Ну, давайте тогда вот это снимем и темного вампира наденем. Так, давайте еще что-нибудь откроем. О, голубая птичка. Ну, что она у нас дает? Где? Предметы. Голубая птичка. Плюс 1 долговечность. Не очень. Все, давайте открываем еще один раз. Голубой кролик. Тоже. Давайте еще один раз. Я хочу что-нибудь выбить. Голубая птичка. Уже до 10К откроем. Вот. Опять голубая птичка. Сейчас все сельним. Так. И... О, зеленая аура. Так, хорошо. Так, голубой. Голубая птичка. Продать. Дам. Моя птичка продать, да. Вот одну оставим. Аурас. Красная аура. Нифига, ребята, плюс 20 урона, а здесь плюс... Не, плюс 20 урона лучше. О, как раз таки сейчас в битве поучаствуем. Так, давайте пока что будем качаться. Плюс 10 сила. То у нас уже сейчас ролик заканчивается. Вот. Да. Так, ребята, когда битва начнется, чтобы экономить время, я этот... Все, ребята, битва началась, я хотел сказать, пока начнется, чтобы начнется битва, вот. Давайте сразу на чела нападаем. Так, тут у нас драка. На-на-на, убили чела. Уее, первое место! Уху! Что ж, ребята, сегодня мы поиграли в Muscle Legends, я чуть прокачался, вот. Чуть-чуть, потому что я уже был развит. Вот, ребята, обязательно пишите свои идеи в комментариях. Ну, Нубик, ты чё? Вот. Обязательно пишите свои идеи в комментариях. Вот, для роликов, потому что у меня их достаточно мало, вот. Если вы хотите что-нибудь увидеть на экране, например, не знаю, какой-нибудь симулятор другой, пишите обязательно, вот. Спасибо всем еще раз за подписчиков, вот. Всем, ну, за то, что вы подписались, если кто подписался. Всем удачи, всем пока. Всем удачи, спасибо всем.